И ты действительно просидел в той клетке 20 дней? Скорее всего, около 30. Через какое-то время я перестал считать дни. И что же ты делал? Я имею в виду, 20 дней — это долгий срок для того, кто сидит на одном месте и ничем не занят. В удачные дни я загадывал прохожим загадки, обещая сокровища за правильный ответ. Это правда? Нет. А, жаль. Идея-то неплохая.